Можна їздити в Індію, в Лапландію, в далеких куші гор. Ну, щоб можна було б узнати багато цікавих речей. В Індії там можна узнати, о чому угодно, які бувають школи, люди, ну, все різне. Ну, там путешествують путешественники в разных городах, в разных... Могут смотреть на замки, могут смотреть на моря, могут смотреть на океаны даже. И вот, если бы я была в этой путешественницей, то я бы хотела поехать в Карпат, именно в Карпат. Вот. Из-за чего? Из-за того, что там летом можно пить там лечебную воду. И смотреть на водопады, и дышать свежим воздухом. И, а зимой там можно кататься на санках, на лыжах, на этих, каких, на коньках, да. Отдыхать нужно ехать там, где все-таки тепло. Я взяла маму и папу. И своего брата. Когда человек путешествует, то он узнает новое. Например, если поехать, допустим, в какую-то другую страну, можно узнать любой язык. Там могут быть разные фрукты, овощи новые. Я бы хотел поближе к солнышку, а то мне вот эти осадки вообще не нравятся. Полотенце, зубную пасту, щетку, шампунь, можно взять бутерброды с собой, можно взять еще всякую разную еду, можно взять всякие разные игрушки, можно телефон взять, можно планшет взять, можно чемодан, наполненный с вещами, взять. И, конечно же, захватить маму. Можно на море, можно в Карпаты. Вот я ездил и в Бердянск, и в Карпаты. В путешествие можно поехать на море и в город какой-то новый, и в горы, чтобы увидеть красоту мира, какие там новости. Если бы я была путешественницей, я бы приехала и хотела посмотреть на красоты мира, ну, на новые какие-то деревья красивые. Еще посмотреть на море. Надо заработать деньги. Если порванная сумка, надо новую купить. И одеяло, если тоже порванное, и зонтик новый, если его нет. Путешествие — это когда путешествуют и много чего видят. В лесу можно увидеть там всяких новых грибов, можно увидеть новых елок. Еще можно увидеть новую травычку. Все, едем отдыхать на море. Там можно увидеть новую водичку. Всегда здесь палатку. С собой здесь пишки. С собой надо взять водичку. Покушать. Я бы мечтала поехать на озеро. Я хотела бы там видеть... корабль. Мне кажется, люди ездят в путешествия, чтобы посмотреть что-то новое, чтобы увидеть какие-то разные новые элементы, разные новые страны и достопримечательности. И мне кажется, самые оптимальные варианты, куда можно съездить, в какую страну, это будет Египет, Турция или же Америка. Я бы очень сильно хотела бы поехать в Египет и в Соединенные Штаты Америки. В Соединенные Штаты Америки я бы хотела там учиться, там очень хорошие школы и университеты. А в Египет, чтобы отдохнуть, посмотреть на пирамиды и увидеть все, что там может быть. Вещи. Это первое. Во-вторых, это аптечка. Если что-то случится, обязательно надо быть на чеку. Дальше наборы для гигиены и для ухода за собой. И ну, самое обязательное, что это если будет жаркое солнце, то шляпка.